кварц с московитом Ежикова. Вот из той же. Ну, этот образец, пожалуй, гораздо интереснее. Вот пегматит, слюда, московит. И такие вот пачки московита. Вот хорошо оформленные такие кристаллы. Но он потяжелее будет предыдущего. Ну, это тут уже намочило. Гранатовая сыпь такая. Вместе с гранатом Костоусова. Вот с торца еще тоже гранат. Ух ты, чуть не упало. Хотя, в принципе, расколоть там тоже должен быть, наверное. Интересный образец с копией санникового перелифта, с такой вот халцедоновой коркой. Такая корочка, она идет по всему здесь периметру. А здесь вот видно, кварц такой шестоватый. А если еще, ух ты, солнышко подсветит, вообще красота будет. Ну и вымыть, конечно, что. Тоже, наверное, килограмма 3-4 весит. Ну вот еще образец, характерный для копий Ильинка, Адуй, где аметистовидный кварц. Вот видите, вот это вроде бы и кристалл. Вот одна грань, вот вторая грань идет, третья грань, вот они, видите. Вот вид сверху. Вот она головка. Головка пошла вот такого характера. Интересный копельинка уже изработалась. А вот здесь вот еще, видите, вторичный пошел процесс. Такой аметистовидный кварц со слюдкой.